друзья, все камеры направлены на гостей сегодняшнего эфира на студии Play Team. Как всегда по четвергам в это время собираются классные парни, мои гости и те парни, которые всегда обслуживают наши эфиры. Это DJ EVC и Ильдар, собственная персона. Друзья, Рубильник Шоу. Сегодняшний четверг является особенным, потому что второй раз в гости к нам пришел Сербойко, он же Сергей Бойко, он же просто хороший парень, он же просто человек с отменным вкусом на клубную музыку, как мне показалось, потому что первый сет на Play TV бьет рекорды по скачиваемости. Друзья, хорошая музыка, болтать сегодня буду, стараться поменьше. Всем хорошего вечера и хорошего уикенда. Вставайте с нами. Play TV. Традиция. Улыбайся почаще. Сереж, у тебя есть микрофон, скажи здравствуй. Привет. Снова здравствуй. Спонтанно так получилось. Спасибо большое. Что-то прикладывалось. Несмотря на то, что осенний дождь делает свои вкрапления в настроение, мы здесь для того, чтобы развеять тучи. Делаем джаз. Сереж, хотел спросить тебя, вот вопрос задать. Скажи мне, а почему устрицы нынче на рынке?
устрицы. Ну, скажем так, в нашем заведении не очень дорого, поэтому приходите. Реклама. Направо реклама. Нет, на самом деле мы не сказали, какое заведение. Ну да, я просто хотел протянуть ту тему, которую, которым бы как минимум в пример мог бы привести всем, вот, кто желает достичь успеха. Можно быть диджеем и при этом всем оставаться хорошим человеком и быть коммерсантом, друзья мои. Это действительно так. Это есть. Да, эти вещи совместимы. А тем временем мы наряжаем студию. В новогодних традициях, да, Евсей вот повесил только что новогоднюю игрушку. Потому что, друзья, лето закончилось, а осень пройдет быстро. Думайте о том, где будете встречать Новый год. Welcome!
Песенка про Хоттабыча. Так тебе дом. Несем хорошее, разумное, доброе, вечное. Вообще фамилия Бойко распространенная по жизни на постсоветском пространстве. У меня лично в школе было два друга, близнеца Бойко, Саша и Сережа. Я знаю несколько ивентеров крупных, качественных персонажей под фамилией Бойко. Серега, это не твои родственники случайно? Почему ваша фамилия популярная, скажи мне? Почему Бойко это почти как Коваль? Коваль это самая популярная славянская фамилия? Честно, ненавижу вот эти вот шаблоны, вот эти вот штампы, которые ставят. Это не шаблон, не штамп. Я на самом деле, Сергей Сергеевич, честно говоря, я не вижу свое имя, потому что когда мне мама говорила в детстве, Сережа, и непонятно, какой Сережа. Отец кричал, что? А я понимал, она меня зовет. И понимаешь, с того момента я понимаю, Бойко, да, много Бойко.
Поэтому я свою дочку назвал Мирослава, потому что таких имен на самом деле немного, понимаешь? У меня есть дружище, давний знакомый, он имя Мила перефразировал в миллионер. Да, вот девочка в паспорте так и называется. Саша Купидону привет в данный момент, если слышишь. Рубильник шоу, друзья мои, как всегда по четвергам в 21 час на волнах прямой трансляции play-tv.biz и каждую пятницу в 10 часов вечера на волнах 107.0 FM Европа плюс Украина. У нас в гостях сегодня Сэр Бойко. Чтобы Бойко превратился в большущий популярнейший сериал. Welcome! Друзья, для тех, кто не читает Facebook или ВКонтакте, сообщаю, в Киевском зоопарке 250 килограммов. Маленький бегемотик, девочка. Поздравляю всех киевлян и гостей столицы с этим замечательным появлением. Да, представляете? Кому-то же надо было родить 250 килограмм. Чего we'll be right back.
понял, когда играет музыка Сергея, лично у меня мозг отключается, потому что я сейчас пытался подключить Wi-Fi, а потом понял, что я просто забыл включить Wi-Fi. Мозги танцуют, руки делают. Привет моим друзьям. Надежда Руденко, особый респект. Я обожаю. Я тебя обожаю, просто не буду там перечислять всю, особенно мозг. Итак, друзья, Сергей Бойко, Сэр Бойко у нас в гостях сегодняшним вечером. К нам на прямую трансляцию присоединяются друзья. Я немножечко уже начал спамить, слава богу, включился мой телефон. Я напоминаю, что каждую субботу в 10 часов вечера вы не сможете нас слышать нигде, потому что вы будете направляться на дискотеку. А каждую пятницу в 10 вечера на волнах Европа Плюс 107 FM вы сможете услышать не каждую пятницу, вот следующую пятницу с РБК в эфире. Сегодня выяснил, что, оказывается, секс таки был у Ромео с Джульеттой. Сережа, хотел тебя спросить, ты мной был отмечен для себя лично, я отметил как человек думающий. Ты задавался вопросом, что поется в песнях людей, которых вот ты играешь музыку чьи? Что они несут людям? Не все же английские, немецкие. Я думаю, это они просто несут. То есть бессвязные абсолютно просто, да? Абсолютно. Главное, это музыка. Сколько BPM у тебя обычно? В основном. По жизни. Достаточно. Как минимум 126. Друзья, всем отличного BPM и хорошего настроения. Впереди отличные выходные. Это было и тебе.
расширяем географию наших слушателей путем спама. Ці руки нічого не спамили. Це все в раке. Українські язик, кстати, понимают від Китаю, между прочим. Красивые персонажи. Хочется заниматься спортом. Душа разворачивается к штанге просто. Пользуясь случаем, хочу поздравить Анечку. Анну Ли с 20-летием ее творческой карьеры. У меня не будет возможности сделать это в прямом эфире. Я не знаю, слышит ли она сейчас. Да-да. Анна Ли, респект тебе и долгих лет жизни творческой, ну и по жизни. В старых славянских сказках были гусли, которые не могли люди не танцевать просто. Вот я, собственно, да, сравниваю нашего гостя сегодня с этими старинными гуслями. Просто невозможно не дергаться на табуретке. Вот я сижу просто, ну, колбасит, хорошо, приятно. Это отлично. Люблю мешал. Я вот, честно говоря, сидел в этот дождливый летний вечер дома. И тут звонит такой Женя, говорит, хочу настроение тебе поднять, давай поиграем музыку. А почему бы и нет?
Почему бы нет? Поиграть хорошую музыку, поднять друг друга настроение, поднять еще хотя бы одному третьему человеку. Мне по жизни везет, в принципе. Я думаю, что у меня ангел-хранитель хороший, потому что я кроме тебя, я был уверен почему-то, что мне не понадобится никого больше вызывать и звонить, потому что мне тоже Саша, наш программный, позвонил и сказал, давайте замутим эфир. Ну давайте. Серега Бойко вам звонили. Все отлично. Я верю в карму. Тем, кто присоединился к нашей трансляции только что, здрасте! Впереди уикенд, друзья мои, тянитесь как следует. Все, кто идет и ведет своих деток первый раз в первый класс, ребят, держитесь, у вас впереди очень серьезные годы начинаются. У меня тоже дочка первый раз в первый класс 1 сентября. Я надеюсь, что у меня получится с ней видеться.
Вообще по жизни позитивным человеком, чтобы в этой жизни оставаться добрым, любить людей. Вот мы и стараемся тогда путем применения музыкальных аккордов через контроллер диджейский оставаться любящими людьми. Ну, я как к вам отношу, как минимум. Итак, друзья, напоминаю, что вы можете скачать без моей болтовни музыкальный сет от гостя моего, я напоминаю, сегодня сэр Бойко в гостях, на страничках паблика Play TV. И в пятницу следующий послушать нас, правда, с нашей болтовней, Серегой, моей, на волнах Европы Плюс 107.0 в 22 часа. Да, это правда. Всем любви и счастья в этот уикенд. А мы поедем жрать устрицы. Я надеюсь.
Диму Крозая, привет. Welcome. Совет от моего гостя, чтобы сохранить семью крепкой, нужно кушать по одной устрице в день. Мужчине. Поэтому в Бразилии самые крепкие семьи. I'm not
Как сказал классик, все смешалось в нашей жизни. Кони, люди. А всем тем, кто только что присоединился, хочу пожелать хороших, приятных выходных. Выходных. До конца нашего музыкального часа осталось буквально немножечко, 10 минут, подсказывает сегодняшняя подтанцовка вечером. У нас, как обычно, здесь много девчонок, как я уже говорил об этом. Вы просто не видите по ту сторону экрана. Это Мельник Шоу, каждый четверг. У меня, между прочим, на Play TV уже больше 100 эфиров. Welcome! Я надеюсь все-таки, что вы уже привыкли к моему беспорядочному трёпу и беспорядочному спаму. Я как могу извиняюсь, но я надеюсь, что мои приятнейшие персонажи, мои гости компенсируют небольшую вот неловкость этого момента. Прошел почти, закончился час, как одно мгновение. А это значит, что в последнее время подбираю качественных гостей, потому что я не замечаю за музыкой, как проходит время. Я надеюсь, что вы подзарядились бодростью энергии. Если вы сейчас слушаете нас в автомобиле, в такси или просто у себя в машине по пути в ночной клуб, то это круто. Значит, мы поделились частичкой твоего большинства с вами. Это Рубильник Шоу. Сегодня в гостях был Сэр Бойко, он же Сергей Бойко, он же человек, который разбирается в афродизиаках и в качественном дыме кальянном, разумеется. Берегите себя, любите друг друга, кахаемся. We'll be right back.
out of the ocean. Итак, друзья, последняя композиция. На этом мы не ставим точку, а ставим многоточие. Я очень рад, Сереж, спасибо большое, что ты приехал. Я верю в карму, верю в судьбу. Сегодняшняя встреча по-любому судьба. Еще вчера мы вечером в это время не знали о том, что будем сегодня дарить счастье, позитивные эмоции. Я лично этому очень рад. Буду стараться продолжать в том же духе. До следующих встреч. До новых встреч.